Всем привет, привет, привет. Так, школьная не почистили еще. А Орлова тоже не почистили. И я хочу вам спросить, вы знаете, какая связь между чисткой дорог и скипидаром? Я вам скажу, самое что ни на есть прямая. Почему? Где-то дорога почищена, а где-то нет. Это, видимо, связано с участками, которыми занимаются определенные организации, да? Здесь участок твой, там дальше участок мой, видимо, Луначарского и Луначарского, Гоголя, Попова, Ливаневского. Это, видимо, там нормально все. Нормальные, адекватные управленцы. Так вот, микроклизма со скипидаром. Вот тем вот ребятам, которые дороги почистить не могут. Видимо, они мало шевелятся. Вот если это сделать, то будет очень большое шевеление. Очень быстро шевелиться будут. То есть микроклизма со скипидаром, и дороги будут чистые.